Красный угол приглашается. Боец из команды Польши Михаил Элснер. Синий угол приглашается его соперник, боец из команды Чехии, Ярослав Поборский. Красного угла ринга боец ростом 183 сантиметра, весом 70 килограмм. Обладатель пояса чемпиона MMA Challengers, призер чемпионата Польши по джиу-джитсу. 16 боев, 7 побед, 9 поражений. Боец из Польши Михаил Элснер. В синем углу ринга боец ростом 170 сантиметров, весом 70 килограмм. Чемпион Чехии по грэпплингу. Чемпион Чехии по боевому самбо. 57 боев, 29 побед, 27 поражений, 1 ничья. Боец из Чехии Ярослав Pojď pryč, pojď pryč, jele! Dobře, do nůh teda se přejdou! No, teď tady!
Patrz z garda! Отборочные, а теперь кто победил с победителем. Потом из этих, кто победит, опять победитель с победителем. И так пока дойдет до самого последнего. И сейчас пока они между собой в равных. Были, смотри, белорус с молдаваном, поляк с чехом. Теперь... Не стоявай! Не стоявай! Не стоявай! Не стоявай!
Ne, redoce. A pojď nahoru, pojď nahoru, Číňané, nahoru. Nemůžeš tam takhle stát, ať ty stojíš, Číňané. Kurva, pojď, vás se do píči. Дамы и господа, на третьей минуте 28 секунде болевым приемом на колено победу в этом поединке одержал Михаил Сэр Форшер!